И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть в странную сус-бабушку с моим одноклассником Гришей. Итак, начинаем. Заходим. Значит, заходим на четверех. Четырех. Заходим, пока челики не зашли. Так, четыре, четырех. Здесь Гриша есть? Да, есть. Вот он. 1-0. Все. Идем. Утро. Итак, я в странной сус-бабушке очень трудно. Так что это? Переворачиваем экран. Все, начинаем. Так. Ну что, приезжает машина. Приезжаем мы. Я нажимаю на пропуск. Но это не надо. Кто это? Ну, короче, мы это с Гришей все пропустили, так что пошли. Спринт я выключаю. Генератор заправки. Заправка. Все, заправила. Дать бабушке лекарство. Ну зачем? Ну, Гриша, стой. Ну, я даже не поел, не попил. А он уже дает бабушке лекарство. Так, надо воды еще попить. Он, наверное, не знает, что здесь нужно есть, как бы пить в этой игре. Теперь пойду-ка наверх. Сейчас прозвенит будильник, и бабушка выйдет. Надо еще закрыть дверь. И надо поспать немножко. Итак, все, сейчас нужно садиться. Ну все, делаем. Так. Сейчас придет та самая страшная бабушка. Так. Пока надо делать. Иди делать. Вроде. Ну все, бабушка, это странно, она нас проверяет. Так. Ребята, ну вот так вот. Так. Теперь нам показывают, как выживать здесь. Стой, стой, кислород. Пошли. Надо поесть и попить. Пьем водичку. Мы это спидраним, чтобы побыстрее, а то сейчас бабушка еще придет. Надо еще запить водичкой. Энергия садится. Гриша, я так понимаю, пошел генератор делать. Я пока посплю.
Понятно. Гриша уничтожился от энергии, так понимаю. Теперь надо сразу идти. Делать уроки. Ненавижу этот телефон, когда он звонит, конечно. Так, главное, что он сейчас снова не зазвонил. Конечно, не понимает, что мне запись идет. Все же я не потерялась. Ну все это. Ладно, ребята, всем пока.